Доброго здоровья! Начнем свой тренинг с такой вот разминки. Тренинг небольшой. Важно немножко размять чресалы. Чресалы на спине. Тренинг хорош постоянством, но без фанатизма. Все-таки под правой лопаткой остались еще болезненные явления. Никуда они особо не ушли. Но тем не менее, тягу 350-то я сделал. Если там что-то серьезное было, я бы, естественно, и в половину бы не напрягся. А время тем временем пошло. Интересно, а время тем временем пошло. Нам надо в час уложиться. Но тем не менее размяться надо хорошо. Второй боевой краснознаменный. И как-то многоповторка мне уже надоела. Так. Разов на 5, что ли. Многоповторка надоела. Одно дело размяться, а другое дело тренироваться. При многоповторке большая нагрузка на сердце, а тут не такая. Дыхательно-пихательный, сердечно-сосудисто. Пятачок. Примерно 35 кг, да? 35 кг это на одну руку по 15, по 17 с полукой. Разминочка. Вес небольшой. И тут можно сделать побольше. Плечики надо хорошо размять.
Вот так, вот. Так, следующий подход у нас будет на 15. Готовим вес. Гантели мне нравятся эти. Замочки работают, видите, совсем по-другому. Оп, и все. Я гитару настрою. Этот мы еще возьмем в качестве разминки раз на 10. А остальные по пяточку. Я гитару настрою на лирический лад, и тропинкою звездами уйду в звездопад. Бронза. Цветной металл поднимаю. Интересный феномен. Когда спешишь, время летит быстро. Вот ты спешишь успеть, а время еще быстрее. А ну еще быстрее. Ну что, пятачок. Пятачок. Есть пятачок. Вес увеличим на 2,5 килограмма. Так, 8, 15, 20. Да. Сейчас я только размялся. И я обнаружил интересную особенность. Вот на этих гантелях жмется как-то легче, чем на этих. То есть какие-то длинные они, вроде нормальные. А типа короче, так вот все. И ощущение веса, подъем, легче. Итак, 22,5 килограмма. Килогерца. Пять раз. Thank you.
Фух. Ну, еще разок. Я думаю, достаточно. Фу-фу-фу. В прошлом занятии я их пожал на 10 раз. А сейчас без надрыва. Я обычно вот так снимаю, потом просматриваю. И как бы сказать, вот я на 5 раз поднял, так чувствуется, что я могу еще 5 раз прибавить. Или нет? Ну, небольшой такой анализ. Куда идет тренинг? Ну, как говорится, хватит болтать, пора за дело. Ну и хватит. Прогрессировать на каждом занятии невозможно. Можно такое занятие дать, нагрузку, что потом будешь восстанавливаться. И естественно, на очередной тренировке ты еще не восстановленный. Не можешь поднимать то, что ты поднимал в этой ударной тренировке. Ударная. Не побоюсь этого слова. Это так просто. Еще одна разминка. И будет. И хватит. Раджабджи-буджам. А тем временем мы готовим следующее упражнение. Джим лежа. Он же бенч. Бенч, понимаете? Пресс. Бенч, пресс. Очень хитрый бенч пресс будет. Но лирический лад и тропинкой звездной уйду в звездопад. Заодно готовим эту штангу тоже. Вернее, этот тренажер. Разминочка. 40 килогерц. Опа. Разминка под другим углом, уже по-другому плечи работают, чувствуешь, там идет совсем другой настрой. Я гитару настрою на лирический лад. А время тем временем все меньше и меньше.
Итак, а это для того, чтобы организм просыпался, понимал, что надо давить, а не сачковать. Организм вот такой. Сачкует, как и мы. После такого легенького пробуждения следующий разминочный вес 60 Как говорится, фанатеть не надо, но продавиться надо. Так. Второй разминочный. Поршни работают, и это хорошо. Ну что, стою перед дилеммой. Так как я недавно выложился, стоит ли дальше вылаживаться, либо просто позаниматься. Согласно плану, следующий вес у меня идет 78 кГц. 70, 75, 77, 78. И то же самое здесь. И тропинка полезная. Уйду здесь запад. Но чувствуется, настрой уже не тот, что был на те рекордные подходы. Поэтому без фанатизма отрабатываем свои 4 подхода на этом весе по пятачку. И это будет хорошо. Хорошо, хорошо.
Это будет хорошо. Хорошо, хорошо, шо-шо. Да, надо иметь здравую голову, чтобы понимать, что не на каждой тренировке ты готов все это выдавать. Идет подготовка, накопление, выдача, новая подготовка, накопление. Вот такие это дела. Настроя нет, вес вроде дается легко, но есть но. Согласно плану идем. Второй подход. Органоид мой просыпаться не желает. Поэтому мы еще разок его простимулируем. Можно лошадку загнать и потом удивляться, что ж она не скачет, как раньше. Но тем не менее, немножечко пришпорим. И если он пришпорится. Организм хитрая штука. Хочешь его пришпорить, а он сам тебя пришпорит. А он сам тебя пришпорит. Тогда я на 4 раза так это легко и просто задавил. Я гитару настрою на лирический лад, и тропинкою звездной уйду в звездопад, и она отзовется. Так, ну сразу же мы сделаем и третий подход. Третий подход. Подход — это вам не выход, это подход. Понимаете, третий подход. Домкрат. Ну что, четвертый подходик. И будь и хватит, нас не захватит. Лучше подхода-то и уделим прессу. Уделим прессу. И все-таки я не буду я. Сейчас поставим 80 килограмм.
в заключительном подходе. Также пожмем 5 раз. Это будет хорошая. Хорошая тренировочка. Пятый подходик. То есть вот для меня как-то 70 я жал. В голове никаких мыслей. Там 75. А вот ближе к 80 какая-то психологический такой рубеж, что вот как-то тяжело становится. Вроде и жмешь, но все равно что-то вот прорваться через него. Почему я на нем и зациклился? Но рубеж прорван. 10 раз пожаты. Преодолеваем сами себе. Сами себе ставим задачи, сами себе преодолеваем их. Все сами себе. И благодаря этому растем. Вот. И в итоге я доволен сегодняшним тренингом. Без фанатизма. Зажали. 11:56, тренинг окончен, и это хорошо. Я гитару настрою на лирический лад.